Это очень серьезный вопрос, да? На Orchard Terrace вот, да? У меня нет девушки. Очередной гость сегодняшней программы Суро, один из ведущих футболистов Кыргызстана, играющий на позиции левого защитника клуба Абдышата и нашей сборной Аман Мадыбеков. Он поистине является одним из самых перспективных спортсменов нашего времени. Недаром им интересуются зарубежные клубы. Представляем вашему вниманию ответы каннского игрока на вопросы от нашей передачи. Это очень серьезный вопрос, да? Пока мне неизвестно, что такое любовь. Еще не влюблялся. Вот. Я закончил в этом году Академию государственного управления при президенте. Мне еще не удавалось работать, еще не работал. Вот только футболом занимаюсь, думаю, это моя работа. Первый раз я получил 2000 сомов. Ну, я его родителям отдал. Поднять кыргызский футбол на высший уровень. Хочу уехать за границу и там поиграть, почувствовать уровень. У меня три сестры, я самый младший, еще отец, мать, которые поддерживают меня более. Я одеваюсь на рынке Дурдой, когда иногда уезжаю на сборы, вот там тоже закупаюсь, а так на Дурдой. Возможно, вот левой ногой плохо контролирую. Для меня это мать, мама. Юниорский чемпионат. Завоевали первое место. Моя первая победа. Без документов. Мне нравится машина. Ламборджини? А так у меня нет машины. Соперник Жолбек Лукаев. Быстрее очень. Что-то быстрее. Да, я езжу на транспортных средствах. Ну, 10 сом, а после 9 – 12. Тогда было 9 лет. Ну, летом мы пошли с родителями, вот, с отцом. Ну, тогда мы пришли, и 95-го годов не было. И они уехали на сбор. И мне пришлось как бы в
Лица в 93-м году. Я у них тренировался год, после того, как они приехали, я в 95-м году. Редко кушаю. Ну, иногда вот шаурму на картинке. Убойный футбол. Да, сижу в Инстаграме, ВКонтакте. Нет-нет, там захожу в Одноклассники, чтобы там скачать фотографии. В Ютубе сижу, там видеоролики смотрю. Я был поехал в Америку. Марго Робби, не подготовился бы. Я бы потратил на постройку стадиона нормально. Меньше мейкапа. У меня нет девушки. Тренировочная одежда, телефон и наушники. Слушаю любую песню, которая нравится. От классики до хип-хопа там. Люблю без шарма. Отдыхаю, смотрю фильмы. Почини что-нибудь. Выключатель света, там, розетку, там, по дому. Да, вот, смотрю фильмы от компании DS, там, Flash, там, люди, там, люди завтрашнего дня, там, легенда. Счастье – это семья. Победа над Туркменистаном на этом поле. Боюсь пауков. Не курил, не пил. Например, красивая, такая красивая. Земля, там, не знаю, что. То место, где я родился. Ну, родное место для всех. Очередной гость сегодняшней программы «Суро» – один из ведущих футболистов Кыргызстана, играющий на позиции левого защитника клуба «Абдышата» и нашей сборной Аман Мадыбеков. Он поистине является одним из самых перспективных спортсменов нашего времени. Недаром им интересуются зарубежные клубы. Представляем вашему вниманию ответы канского игрока на вопросы от нашей передачи.